Я Лунтик. Здесь я живу и играю с друзьями. Присоединяйся к нам. Ты можешь ходить вместе со мной, нажимая на правую или левую часть экрана. А еще здесь повсюду много моих друзей. Ищи места, на которые можно нажать, чтобы познакомиться и поиграть с ними. Что будем делать? Лунтик, я так рад приходу весны! Давай устроим по этому поводу небольшой праздник! Как вкусно пахнет! Эти пирожные бабушка Капа испекла специально для моего пикника. Я бы с удовольствием съела одно, или даже два, если ты меня угостишь. Конечно, угощу! Но сначала нам придется немного поработать. Согласен? Согласен. На самом деле, это еще не настоящие пирожные, а только их половинки. Для того, чтобы у нас получилось целое пирожное, нужно собрать две одинаковых половинки вместе. А может, сразу их съедим? Они ведь и так вкусные. Ну что ты, Лунтик? Если мы соберем из двух вкусных половинок целое пирожное, оно же будет вдвое вкуснее. Об этом я даже не подумал. Хорошо, расскажи, как мы будем собирать пирожные? Я буду ставить на стол поднос с половинками пирожных разной формы и цвета. Среди них наверняка будут две одинаковые половинки. Тебе нужно внимательно смотреть на поднос и находить их. Боюсь, что без твоей помощи мне не справиться. Ищи на подносе две одинаковых по форме и цвету половинки пирожных. А когда найдешь... Щелкни по каждой из них мышкой. Это правильный ответ. У тебя здорово получается. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Молодец, Лунтик! Мы собрали это пирожное. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Это правильный ответ. У тебя здорово получается. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Молодец, Лунтик! Мы собрали это пирожное. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Да, Лунтик, это правильный ответ. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Это правильный ответ. У тебя здорово получается. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Молодец, Лунтик! Мы собрали это пирожное. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Да, Лунтик, это правильный ответ. Давай посмотрим, как у тебя получится с новыми половинками. Молодец, Лунтик! Мы собрали это пирожное. У нас почти все получилось, Лунтик. Осталось собрать последнее пирожное. Спасибо тебе, Лунтик. Теперь у нас достаточно пирожных для веселого пикника. Но ведь у тебя остались еще половинки. Да, их еще целая куча. Если захочешь снова мне помочь, приходи, не стесняйся.